Дети, что такое затирка? Это коли есть пакет муки господар, два яйки, пакет молока, а мамы... Правильно, а мамы дома няма. Вот что такое затирка. Мука господар. Счастье, коли повар господар. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова я, Наталья Зефира, и новый выпуск кулинарной программы «Рецепт плюс». Штрудель – лакомство, знаменитое на весь мир. В любом, даже самом маленьком городке Австрии утро начинается с аромата яблок и корицы, окутывающего все вокруг. Это заботливые кондитеры пекут штрудели к утреннему кофе. И если вам посчастливилось побывать в одной из такой кофеен и попробовать знаменитый штрудель, вы наверняка останетесь его преданным поклонником. И сегодня мы будем готовить с вами штрудли двух видов. Это штрудель из лаваша с творогом и ягодами и штрудель с начинкой из яблок и корицы. Для приготовления штруделя с яблоками и корицей нам понадобится тонкий лаваш, яблоки, корица, сахар, сливочное масло и ванилин. Для приготовления штруделя из творога с ягодами нам понадобится лаваш, творог, сахар, ванильный сахар, любые ягоды и веточка мяты для оформления. А вы знали, что штрудель по-немецки означает вихрь, водоворот? Уж не знаю, с чем это связано, но историки связывают это с тем, что раньше штрудли пекли в виде длинных рулетов, которые сворачивались в спираль. Ну а мы начнем приготовление нашего штруделя. И начнем с того, что подготовим начинку. Сначала яблочную. Яблоки мы очищаем, а затем нарезаем тонкими ломтиками. Жаль, не придумали никакого приспособления для того, чтобы очистить яблоки. Я бы им воспользовалась. Кстати, для приготовления штруделя лучше использовать яблоки с кислинкой. Ну и желательно, чтобы они были плотной консистенции. Мягкие яблоки сюда не подойдут. Они очень сильно растушиваются и развариваются и превращаются в такое яблочное повидло. Ну, нам же хочется, чтобы наш штрудель получился более или менее похож на настоящий. Поэтому берем яблочки плотные. Очищенные яблоки мы разрезаем на 4 части, так будет проще достать серединку. И затем нарезаем их ломтиками. Ломтики достаточно, ну, скажем так, средней величины, пол сантиметра примерно. Натирать на терке я их не рекомендую, все-таки лучше их порезать. Можно порезать кубиками, не крупными, но мы режем ломтиками. И на один средний штрудель нам понадобится примерно 4 средних яблока. Начинки должно быть много. Кстати, кто-то готовит штрудель из слоеного теста, кто-то готовит из дрожжевого. Ну, мне нравится вот тесто из лаваша. Скажем так, быстрый вариант штруделя. Либо вытяжное тесто, которое тоже достаточно... Простое в приготовлении, нехлопотное, самый долгий процесс – это его тонко раскатать. Его раскатывают очень тонко, оно такое получается полупрозрачное, можно рассмотреть свои ладошки или рисунок на полотенце, на котором мы это тесто раскатываем. А вы знали, что в Австрии даже могли разорвать помолвку, если приготовленный невестой штрудель не понравился жениху или его семье? Поэтому, кто знает, может и нам это будет не лишним. У нас осталось
последнее яблоко, а я тем временем ставлю сковороду или сотейник, ну а в нашем случае кастрюлька небольшая от Иноксии. Мы ставим ее на плиту, разогреваем и добавляем сливочное масло. Примерно чуть выше среднего разогрев. Выкладываем сливочное масло, нам нужно, чтобы оно растаяло. А я тем временем последнее яблоко дорежу. Масло у нас как раз начало таять, мы высыпаем сахар. Сахар, естественно, по вкусу, все зависит от сладости ваших яблок и от того, какой вы любите по вкусу десерт. Выкладываем сразу к сахару и к маслу яблоки. И яблоки мы будем тушить. Время точно я вам не скажу, но они должны слегка потушиться, немножко пустят сок и слегка закарамелизоваться. И пока готовятся у нас яблоки, мы подготовим начинку для нашего второго штруделя. Для второго штруделя мы будем делать начинку на основе творога. Поэтому мы берем какую-то емкость и выкладываем туда творог, добавляем сахар. Яблочки у нас жарятся. Я выкладываю творог. Творога понадобится примерно 250 грамм. Чуть больше, чуть меньше. Это не так важно. Всыпаем сюда ванильный сахар. Добавляем немного обычного сахара. И разбиваем в начинку одно яйцо. Теперь при помощи вилки или при помощи ложки мы все тщательно перемешиваем. Творог лучше брать без крупинок, но творожная паста сюда тоже не подойдет. Лучше творог пожирнее, чтобы он хорошо держался в лаваше. Перемешиваем. Всегда можно начинку попробовать на вкус и при желании добавить еще сахар. Яблоки еще карамелизуются. Мне хотелось, чтобы они чуть быстрее тут готовились. У нас уже практически все готово. И я сейчас разогреваю духовку до 180 градусов. Любой противень не лишним будет застелить бумагой для выпечки. Сейчас мы перемешаем наши яблоки. Теперь к яблокам мы можем добавить корицу. Те, кто любит изюм, может добавить начинку немного изюма. Корица у нас молотая, а палочки мы используем для оформления. Корицей не переборщите, потому как она имеет такой горьковатый вкус. Пару щепоток. Перемешиваем, и яблочки наши остаются дальше карамелизоваться и тушиться. А тем временем мы подготовим наш творожный штрудель. Мы берем тонкий лаваш, раскладываем его на столе, выкладываем творожную начинку. Распределяем его. Один край оставляем свободным, чтобы вот этот край у нас будет свободным.
для того, чтобы потом его аккуратно свернуть, и начинка не расползалась и не вытекала. Отступаем от края примерно 3-5 сантиметров. Ну и, конечно, любой творог вкусен в сочетании с ягодами. И мы добавим ягоды. Сегодня у нас замороженная черника. Ну, чернику можно всегда поменять на вишню. Добавляем немного черники. Теперь аккуратно подгибаем чуть-чуть края к центру. Лаваш у нас, кстати, подсох. И сворачиваем в рулет. Швом вниз мы укладываем все это на противень. И поскольку мы будем запекать два лаваша одновременно, поэтому кладем с одной стороны наш творожный штрудель, а рядом положим штрудель с яблочной начинкой. Сейчас я проверю, как наша яблочная начинка поживает. Начинка, между прочим, у нас уже готова. И мы выкладываем ее на лаваш. Кстати, вы знали, что Вена – это место, откуда штрудель разошелся во все уголки мира. Но вот что интересно, в столицу Австрии он попал как восточная сладость. Арабы были первыми, кто начал готовить десерты на основе очень тонкого теста, желе из роз и апельсинового сиропа. Правда, их способ приготовления отличается от современного. Вот наш штрудель готов, мы его выкладываем опять же швом вниз. И сейчас верх штруделя и одного и второго мы смажем яичным желтком. Мы разбиваем яйцо, отделяем белок от желтка и желток аккуратненько при помощи вилки взбиваем. И теперь при помощи кисточки или просто рукой, пальцами распределяем желточек сверху. Он даст нам красивую золотистую корочку. Обязательно на бока. Кстати, начинка для штруделя может быть абсолютно любой. Это и ягодная, и рыбная, и фруктовая. Начинка из овощей, из мяса. Вариантов сотни, все зависит от вашей фантазии. Вот мы хорошо желтком смазали. И сейчас мне бы хотелось сверху штрудель чем-нибудь присыпать. Это могут быть миндальные лепестки, кокосовая стружка. Ну а у нас сегодня кунжут. Все практически готово. И сейчас мы отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут. Поскольку начинка у нас готова, то нам нужно отправить его в духовку только для того, чтобы он красиво зарумянился. Ну что, прошло уже 20 минут. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Оп. Ну что, два аппетитных, ароматных, красивых штруделя у нас готовы. Итак, сами понимаете, один раз освоив рецепт приготовления штруделя, вы каждый раз можете удивлять свою семью новым, вкусным и оригинальным блюдом, только лишь меняя начинки. Приятного вам аппетита и до новых встреч!
З жанчынамі сына яно як? Толькі салодка памагае дамаўляцца. Вось спірнік, напрыклад. Памятаеш, якая мама раніцай была? А зараз глядзі. А усяго нічога. Пакет мукі гаспадар, пара яек і кефір. Мука гаспадар. Шасте, калі мова гаспадар.